Уважаемые друзья, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить вас с сортами и гибридами огурца. Не только селекции агрофирмы «Аэлита», также селекции всемирно известных компаний. Еще один гибрид, который мы вам хотим рассказать, это партенокарпический гибрид огурца «Анаконда». Это раннеспелый гибрид от всходов до первого сбора урожая от 45-47 суток до 52-55 суток. Естественно, это зависит от агроклиматических условий региона, технологий выращивания, какие условия формируются во время роста и развития растений в защищенном грунте. Гибрид преимущественно женского типа цветения, предназначен для выращивания в защищенном грунте. Растение среднерослое. К концу вегетации в условиях защищенного грунта может достичь высоту до 3-3,5 метров. И при достижении верхней проволоки можно растение опустить вниз. И таким образом растение будет продолжать рост. И на растении будет формироваться плоды. Плоды зеленой окраски, крупнобугорчатые, белощипые, очень плотные. Стандартный плод достигает длину 25-35 сантиметров, варьирует в этих пределах. Междуузлия выше среднего размера. И в каждом узле формируются наравне с мужскими цветками, также женские цветки. И по мере сбора урожая, если мы уберем плод, который формируется в нижнем ярусе, и будет формироваться дальше плоды, они будут также вот расти, развиваться. В плетьях первого порядка также будут формироваться плоды, поэтому требуется регулярный сбор тех плодов, которые достигают определенного размера. Если мы вовремя не проведем сбор, вот эти плоды, крупные плоды, снимают очень большое количество питательных веществ с молодых завязей. Итак, мы видим конец июня, проведено несколько сборов. Те плоды, которые формируются в нижнем ярусе, естественно, их необходимо срывать первыми, потому что они достигают уже, начиная с 15-20 числа июня, начинает уже формировать вот такой урожай. При посеве 20-х числах апреля и высадке 20-х числах мая, в середине июня мы можем собирать урожай вот данного гибрида, баловать себе такими крупными вкусными плодами. Собрали урожай гибрида «Анаконда», это сортотип китайский, партенокарпический, преимущественно женским типом цветения. Отличается такого же типа гибрида «Китай-город» более интенсивностью темно-зеленой окраски. Верхняя часть плода имеет светло-зеленую полоску, буквально на несколько сантиметров. Плоды обычно достигают длины 30-35, иногда до 40 сантиметров. Средняя масса плода также варьирует в зависимости от фазы развития плода, буквально один день разница в сборе, или, например, в более молодом возрасте 200, 250, 270 грамм и так далее. Очень сочные, отсутствуют внутренние пустоты, в плодах только зародыши семенных камер. Очень нежные плоды, хрустящие, сочные, таким свежим огуречным ароматом. Чувствуются эфирные масла, которые выделяются при разрезе.